Выпускной бал, можно сказать, уже на носу. Если вы выпускница и все еще не определились с вечерним нарядом, стоит поторопиться. Аня заканчивает школу в этом году. Пришла в салон в надежде, что ей подберут то самое идеальное выпускное платье. Я считаю, что на выпускной это как бы один раз в жизни бывает. Короткое платье мы можем надеть как бы повседневно, всегда. Но вот длинное – это вот редкость, поэтому не всегда носят его. Поэтому я предпочитаю длинное платье. Я, например, буду выбирать платье, которое будет не только мне на выпускной служить, но и для повседневной также жизни. Длинное платье в 2016 году на пике популярности, а самое главное, что и через 10 лет на выпускном фото вы будете по-прежнему модной, так как они уже давно стали классикой. Платье длинные в пол, модные с лифом вышитым. То есть это может быть гипюр, может быть просто на атласе, либо на любой другой ткани, может быть вышивка. Присутствовать любая. В принципе, юбки могут быть складку, гофре в нынешнем году очень в моде. Также юбка может быть струящаяся из гладкой ткани, может быть из гипюра. В 2016 году в моде такие цвета, как беж, золотой, бронзовый и персиковый. Они подойдут больше смуглым и темноволосым выпускницам. Для светловолосых смуглых красавиц идеальными будут розовые, алые и коралловые платья. Красоту темноволосых девушек со светлой кожей лучше всего подчеркнут черный, зеленый или бирюза. А рыжеволосые просто обворожительны в платьях кораллового, желтого и темно-синего цветов. Один из самых модных и популярных вариантов вечернего наряда – соединение топа и юбки. Такое сочетание называется кроп-топ, когда отдельно идет укороченный топ, отдельно длинная юбка в пол. Бывает такое, что юбка может быть миди, может быть мини, но чаще всего это юбка макси. Длинная в пол, она может быть просто струящаяся, либо может быть пышная. Даже с подъюбником. Это сочетание в моде настолько, что и в повседневной моде это используется, и в вечерней, и в свадебной. И все идет к тому, что и в следующем году это сочетание будет в моде. Останутся в моде и короткие платья, которые предъявляют особенно строгие требования к подбору обуви. Такой стиль платьев называется «Baby Doll». Названием платье обязано героине одноименного фильма, вышедшего на экране в конце 50-х в Америке. Именно тогда модницы начали задумываться о том, чтобы сделать свои наряды более короткими. Выпускницы начали одевать такие платья, ну, года два максимум. Преимущество их в том, что они открывают красивые длинные ноги, создают эффект куколки, то есть эти платья очень красиво смотрятся с туфлями на высоких шпильках, платформах и так далее. То есть низкий ход здесь смотрится неуместно. Платье в одном из новых, но активно набирающих популярность стилей, внешне похоже на женскую сорочку. Изящное кружево, нежный цвет – все это сейчас тоже в тренде. Здесь идет сочетание тонкого шелка либо атласа. Он может быть как на лицо, так и на изнанку, то есть глянцевой либо матовой стороной. И сочетание шелкового тонкого кружева, чтобы оно прилегало к телу. То есть края не полностью пришиты к самой ткани. Если вы так и не нашли себе ничего подходящего, есть альтернатива. Платье можно шить. Правда, в этом есть как плюсы, так и минусы. Если вы покупаете платье, то вы видите то, что есть в готовом варианте. Девочки, которые подходят к выбору платья более ответственно, смотрят в интернете какие-либо модели, чаще всего они выбирают платье на заказ. Преимущество здесь в том, что шьют индивидуально по вашей фигуре, значит, оно будет сидеть на вас идеально, подчеркнет каждую линию талии и бедер. Но минус в том, что придется ждать дольше, и по цене это будет дороже, потому что индивидуальный пошив всегда оплачивается выше. Выбирайте платье, учитывая особенности своей фигуры, цвета волос, кожи и, конечно же, исходя из собственных предпочтений. Благо, вариантов вечерних нарядов огромное множество. Главное в заветный вечер быть в отличном настроении и улыбаться. И тогда восторженные взгляды ваших одноклассников вам обеспечены.